День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброго утра. Начинается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом. 29 декабря. Сегодня вторник. Мы уже начинаем подводить итоги уходящего года. Завтра будет целая программа, большая утренняя, посвященная итогам. Но сегодня мы тоже затронем итоги, может быть, в одной отрасли. Поговорим вот об отрасли сообщения. Министр сообщения Талис Линкайт с нами на прямой связи. Доброе утро, господин Линкайт. Здравствуйте. Доброе утро. 67212-939, 67213-939, телефоны прямого эфира, можно звонить, задавать вопросы, которые вас интересуют. И, ну, может быть, начнем перед тем, как говорить об итогах года, на тему, которая, ну, наверное, волнует тех, чьи родственники остались в Великобритании, сообщение прервано, и вот проходила новость о том, что из 140 желающих покинуть Великобританию, граждан Латвии, только 50 сможет эвакуационный рейс за брать. Вот как обстоят дела? Будет ли у них возможность вернуться, может быть, каким-то другим путем? Будут ли другие рейсы? Вот могли бы вы как-то прокомментировать? Да, более 50 стран сейчас прекратили сообщения с Великобританией. Это связано с новым породом вируса COVID-19. Но эти решения кратковременные. Правительство Латвии приняло решение прекратить сообщение до 1 января. Если ситуация поменяется, эпидемиологи найдут какие-то другие решения, как предотвратить поступление нового вируса в нашу страну, то эти полеты возобновляться. Я знаю, что Нидерланды уже решили возобновить авиасообщение с Великобританией. Есть и другие страны, которые не прекращали. Так что, в принципе, варианты, как попасть в Латвию через какую-то третью страну, существуют. Но я бы призывал тех, кому это, ну, не так особенно важно, все-таки остаться дома и переждать, когда будут возобновлены прямые перелеты. Да, ну и вот говоря теперь, вот переходя, может быть, к итогам года, действительно, год, я думаю, что был для отрасли самым тяжелым, и, наверное, ну вот говоря иронично, в общем, повезло вам оказаться на вот этом месте именно в самый тяжелый для отрасли год, хотя, наверное, для отрасли все-таки было, ну, большим везением, что все-таки во главе руля оказался как раз-таки специалист в этом. И вот по итогам вот вашей пресс-конференции, которая была перед Рождеством, как раз-таки были достаточно, прозвучали, ну, немножко, с одной стороны, пессимистичные какие-то ноты о том, что железная дорога, автосообщения, авиасообщения и порт могут стать дотационными. То есть раньше они приносили всегда прибыль, но сейчас государство вынуждено поддерживать для того, чтобы это осталось. Вот эта ситуация, как вы видите ее в будущем, насколько она может все-таки измениться? Потому что я понимаю, что у вас есть какое-то видение, надежды, перспективы. Да, год был непростой. Я помню, когда мы начинали год, месяц январь, февраль, то тогда были другие проблемы. Мы говорили с почтой, удивлялись о том, что как-то посылки не идут из Китая, там, наверное, какой-то интересный вирус развивался, но никак не подразумевали, что это коснется и Европу, и в таком большом объеме. И, конечно, вы правильно заметили, что транспортная отрасль одна из тех, которая понесла самые большие убытки, потому что наша отрасль та, которая соединяет и страны, и бизнеса, и людей,
И, конечно, в таких условиях, когда страны закрывают границы, когда призывают людей оставаться дома, никуда не ехать даже на соседний город, то ехать в другие страны – это такая большая эксклюзивная привилегия. Но, конечно, мы подразумеваем, что эта ситуация останется не на всю оставшуюся жизнь. Есть разные прогнозы, есть прогнозы по авиации, что сообщение возобновится в таком объеме, какова она была в 2019 году, где-то к 2024 году. Но есть и прогнозы, что, в принципе, после появления вакцины и вакцинации массы людей, основной массы людей, возможно, будет возобновить передвижение между странами в таком объеме, как это было. То есть мы надеемся, что лето этого года уже будет показывать такие позитивные сдвиги. И наши и авиакомпании, и аэропорт, и все, которые работают в авиационной отрасли, как-то оживут. Что касается портов и транзитной отрасли, то тоже мы видим, почему упал грузооборот. Это в основном это уголь, который ушел из Латвии. Но не весь уголь, там тоже остался какой-то объем. Примерно 20% из прошлогоднего. И мы видим, что ситуация стабилизируется. Больше падения грузооборота нет. И мы видим, что, в принципе, те виды грузов, которые идут в Латвию, они, по прогнозам, будут идти в следующем году. Просто нам надо привыкнуть к новому обороту и портов, и железной дороги, и работать над привлечением новых грузов, но, конечно, не в таких объемах, которые нам давал именно уголь. Есть ли какие-то наработки вот по поводу новых партнеров, которых можно привлечь к увеличению товарооборота, которые могли бы заменить ушедшие, например, какие-то транзитные грузы? Я знаю, что железная дорога смотрит направление Калининграда, то есть те грузы, которые идут из Калининграда в Санкт-Петербург, могут идти также и через Латвию. Есть направление из польской границы в сторону Эстонии и Финляндии, которые тоже разрабатываются. Есть другие отдельные частные предприниматели, которые ищут дополнительные грузы в России. Если смотреть по видам грузов, то, скажем, древесина, зерно очень хорошо шли в этом году. Специфические нефтяные продукты тоже хорошо шли в Лепаю, там увеличение на 6% по сравнению с прошлым годом. Так что есть возможности в определенных нишах найти новые виды грузов. Вот недавно, буквально, по-моему, вчера или позавчера вы общались со своим литовским коллегой из Литвы, с Мариусом Скудайсом, и как раз-таки о чем вот шла речь, потому что я знаю, что вы были против того, чтобы ограничить сообщение с Литвой, несмотря на эпидемиологическую там критическую ситуацию, и вот насколько опыт Литвы в этой области, ну вот сравнивая ситуацию в Латвии и в Литве, например, может помочь нам подсказать какие-то интересные решения. Да, мы заинтересованы в том, чтобы сообщение между соседними странами оставалось, несмотря на все проблемы, потому что есть
категории людей, которые должны перемещаться через границу. Это в основном те, которые работают сами в транспортной отрасли, шофера, это моряки, это другие, которые специально направляются в другие страны командировочным путем. И, конечно, что регулярное сообщение – это контролируемое сообщение. У всех, которые передвигаются на самолете или на автобусе через границу, есть COVID-пас, есть список пассажиров, которые можно проконтролировать. Если вы едете на своей машине, то там возможность контроля, конечно, меньше. Но то, что мы говорили со своим литовским коллегой, это было, во-первых, репатриационный рейс, как мы его организовали, и литовцы своих граждан забирали из аэропорта Риги и потом везли автобусами в Литву. И другой вопрос, который был очень важен для нас, это совместный проект Rail Baltica, где тоже надо уже принимать некоторые решения. В соседней стране только что поменялось правительство. Был период, когда вообще не принимались никакие решения, и мы должны были обговорить эти темы и также просто познакомиться и назначить те приоритетные задачи, которые есть между нашими странами. Говоря вот про проект Rail Baltica, насколько он важен для нашей страны как возможность привлечения, ну, и инвестиций, и занятости, учитывая сейчас вот сложную ситуацию в стране, ну, с потерей, ну, многими людьми работы и с уменьшением доходов, насколько вот этот проект может помочь нам как-то выбраться из этой ситуации? Как и любая строительная площадка, также и новый проект Rail Baltica – это привлечение инвестиций, это привлечение специалистов в этой области, это привлечение рабочих именно для строительства. И мы уже начали строительство Рижской центральной станции в этом году. В следующем году начнется работы по строительству станции у аэропорта. Также идут проектировочные работы по всей линии, и мы надеемся, что в следующем году у нас удастся запустить тендер на строительные работы всей линии основной трассы Rail Baltica. То есть это будут большие работы, в которых будут участвовать наши предприятия, строительные предприятия разного характера. То есть это будет возможность дать работу людям, ну, оживить экономику. Да, в ближайшие 2-3 года это будет большая строительная площадка. Вот насколько, если говорить о Европе, забота об экологии сейчас, ну, такой зеленый курс, оказывает влияние на вашу отрасль, учитывая это и сокращение количества угля как источника топлива для Европы, учитывая отказ от Европы от дизельных машин и транспорта, вот насколько это влияет на вашу отрасль и, ну, вот помогает или создает проблемы? Да, с одной стороны, это проблемы, потому что, как вы правильно сказали, потребность угля в Европе снижается, во всем мире снижается, и, соответственно, наш транзит теряет этот объем. Но, с другой стороны, это новые виды транспорта, новые возможности в государственном секторе, где мы поощряем с помощью европейских фондов использование новых электромобилей, новых электроавтобусов. Наши города уже получили новые автобусы в Валмере, в Елгаве.
Также идут проекты по новым электроавтобусам в Вентспилсе. Будут также новые автобусы в Даугавпилсе, которые будут идти на сжиженном газе, тоже более зеленом виде топлива. Так что наш автопарк общественного транспорта обновится, и это будет хорошей новостью для пассажиров, хорошим стимулом для того, чтобы более использовать именно общественный транспорт в каждодневной жизни. Скажите, вот закупка дизельных поездов, которая должна была вот состояться в этом году, насколько она сейчас, ну, в каком находится она состоянии, поскольку, ну, вот писали о том, что специальный налог, который собирались ввести на подержанные машины для того, чтобы осуществить эту закупку, так и не был все-таки введен, и вот это осложнило закупку дизельных поездов. Да, мы прошли целый круг для того, чтобы найти финансовые средства для замены дизельных поездов, особенно тех, которые уже, у которых нет запчастей, которые работают на двигателе российского производства. Но таких финансовых средств не нашлось в этом году, и мы сейчас работаем над другой моделью, более дружелюбных поездов для окружающей среды. Это поезда, которые едут на батареях, батарейные поезда. Мы надеемся, что с помощью европейских фондов начать закупку таких поездов для пригородных линий, скажем, Рига-Балдерая, Рига-Сигулда. То есть Евросоюз выражает заинтересованность в помощи Латвии как раз-таки более дружелюбных для природы видов транспорта? Да, европейские деньги, они приходят в Латвию с определенными условиями. И эти условия заключаются в том, чтобы использовать их только для зеленых и дружелюбных для окружающей среды транспортных средств. Это в общественном транспорте электробусы или бусы, которые гибридного характера, и на железной дороге это электропоезда, которые тоже строятся уже, и будут новые электропоезда уже в 2022 году, и также гибридные электропоезда, которые вот будут идти в тех трассах, где пока нет электрификации. Напомню нашим слушателям, что с нами на прямой связи министр сообщения Латвии Талис Линкайц, 67212-93-9, 67213-93-9, телефоны в студии. И вот в прошлый раз, когда мы с вами общались, как раз мы говорили о ребрендинге пассажиру Вилцинс, Виви Латвия. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, как сейчас обстоят дела, поскольку вот, прошло время, и продвигается ли работа в этом направлении? Как я уже сказал, будут новые электропоезда. Они уже начали строиться в заводе «Шкода» в Чехии. И они будут в 2022 году. К этому времени пассажир Вилценс должен измениться, видоизмениться, изменить свои подходы к обслуживанию пассажиров. В этом году уже кондуктора, пассажиры Вилценс имеют новое, ну, так можем говорить, оборудование для выдачи билетов, контроля билетов. Также идет работа над тем, чтобы были электронные месячные билеты. Много средств вкладывается в специальные аппликации, с помощью которых пассажиры могли купить электронный билет, не заходя в кассу.
И я думаю, вот все эти мероприятия и помогут нам преобразовать пассажир Вилсен в что-то более современное и что-то другое, нежели что мы привыкли видеть сейчас. Вот есть ли у вас ощущение, что электронные билеты постепенно становятся более популярными? Просто я часто езжу, пользуюсь электропоездами, и я замечаю, насколько чаще предъявляют именно электронные билеты в телефонах, в смартфонах люди. В основном это, конечно, молодые люди, но среди молодежи практически не видно людей, которые бы покупали уже физические билеты, настолько для них это становится привычным. И вот насколько вы видите, может быть, изменения, нужны ли будут эти кассы, где сидят, уже женщины в годах обычно, за окошечком кассы, которые выбивают эти билетики, не заменят ли их уже электронные билеты? Такая тенденция есть, и мы осознанно идем на большую часть именно электронных билетов. Я думаю, что в будущем останется в основных станциях и кассы, но во всех других остановочных пунктах мы будем поощрять именно такие электронные билеты. Они сейчас и дешевле, чем если вы покупаете билет в кассе. Будут ли, я помню, что вы говорили на пресс-конференции о том, что планируется переустройство, переоборудование 45 железнодорожных станций. Вот как будет проходить эта работа, что конкретно будет измениться? Да, для того, чтобы мы смогли обслуживать новые электропоезда, у которых будет нужна специальная платформа, платформа выше, чем сейчас. Соответственно, Latvia Celsius уже начал проект по переоборудованию платформ. Это будет 45 станций и остановочных пунктов, где будут ехать новые электропоезда. Там будут и нового вида информационное табло, и нового вида стоянки, где можно и ждать поезд. Так что это будет совсем новый вид, более современный вид наших станций. Latvia Celsius сейчас делает закупку для строителей и проектировщиков. Я знаю, что в начале следующего года будут определены строители, которые будут это делать. И в течение следующих двух годов мы надеемся на переобустройство станций. Не только тех станций, которые сейчас действуют, но в этом проекте есть и станции в сторону Балдераи, два остановочных пункта, новая станция Альфа, новая станция Даудере в Риге, так что будут новые станции тоже. Будут ли ремонтироваться и государственные дороги? Здесь вот вы упоминали о том, что 75 миллионов евро планировалось выделить на ремонт дорог государственного значения. Как здесь будут происходить траты? Да, этот год у нас фактически прошел под знаменем дорожных ремонтов, потому что мы из дополнительных фондов нашли 75 миллионов для улучшения дорожного покрытия. И в следующем году тоже мы нашли дополнительно 100 миллионов, которые пойдут на ремонтные работы региональных и главных дорог. То есть и в следующем году мы планируем увеличение именно
качество региональных дорог. Талис Линкайц, министр сообщения Латвии, с нами на прямой связи. 67212-93-9, телефон в студии. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро, Анатолий, вас беспокоит. Я вот сам инвалид по зрению. Хотелось бы иметь какие-то аппликации или приложения для мобильного телефона, чтобы как-то пользоваться. И вот для малоподвижных этих колясочников, как это будет все? То же самое, как сейчас. Спасибо. Да, вот мы, ну, речь идет о людях с ограниченными возможностями, которые, ну, к сожалению, вот так были оборудованы пригородные поезда, что практически невозможно было использовать их для людей, которые передвигаются в инвалидных колясках. Будет ли такая возможность с новыми поездами, спрашивает слушатель. Да, конечно, новые поезда приспособлены и для инвалидов, и для велосипедистов, и для мам с маленькими детьми, потому и мы будем перестраивать платформы, чтобы они были на одном уровне с поездом, и не было никаких проблем с этим. Что касается аппликаций, то это, наверное, уже должна быть частная инициатива. Я не знаю, как это сейчас, но есть возможность, я знаю, в других странах такие аппликации сделать, и мы специально делаем так называемую общую платформу билетов, которые смогут подключиться все частные инициативы, которые будут смогут продавать билеты, скажем, в магазинах, в других аппликациях, комбинируя их с другими видами транспорта или другими видами услуг. Это появится в какое-то ближайшее, ну, тут время, да? Это планы такие ваши? Это планы на следующий год. Я надеюсь, что где-то в октябре-ноябре месяце следующего года мы уже сможем показать, как это будет действовать. Еще один вопрос от слушателей. Здравствуйте, пожалуйста. Это я говорю? Да, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, существует в Орше, в Беларуси, огромный хаб-узел делают, свободная экономическая зона, золотой путь, Китай, Казахстан, Белоруссия, Клайпеда, северо-запад Европы. Латвия полностью отказалась, ну, по политическим мотивам, хотя литовцы часть потоков хотели переместить именно на Лепою и Вентпилс. Почему такое жесткое и недальновидное решение? Спасибо. Спасибо. Ну, тут, наверное, два вопроса. Во-первых, это то, что последние месяцы, конечно, мы следим за теми событиями, которые идут в Белоруссии, но это никак не отразилось на грузопоток товаров, а также мы заинтересованы в том, чтобы товары из Белоруссии в направлении Северной Европы шли через Латвию. Над этим мы работаем и ни от чего не отказались. Спасибо. Да, 67212-93-9, 67213-93-9, телефоны в нашей студии. Можно звонить, задавать вопросы. Вот есть данные, ну, по первому полугодию о снижении вот пассажиропотока на железнодорожных линиях. И вот с точки зрения, я понимаю, что здесь, наверное, конфликт. Министерство здравоохранения, наверное, радуется тому, что, ну, люди все-таки стали меньше перемещаться и распространять вирус. Ваше ведомство скорее, ну, вот этим расстроено, опечалено. Вот эти конфликты ведомств, насколько они решаются, вот нам, знаю, что вот сегодня будет заседание у премьер-министра, вот насколько они решаются, насколько вы отстаиваете свои интересы своего ведомства?
В принципе, там конфликта нет, потому что мы, как и все, заинтересованы в том, чтобы эта пандемия кончилась как можно быстрее. И если есть необходимость прекратить какие-то направления или снизить интенсивность транспорта, то это нужно делать просто для здоровья наших людей. И наша задача сейчас компенсировать те убытки, которые имеют и частные перевозчики, да. Перевозчики и государственные перевозчики из-за этих неудобств и из-за этих решений. И в этом году мы обеспечили то, что и в авиационной отрасли, и в железной дороге, и в автобусных перевозках предприятия получили необходимую компенсацию для того, чтобы перезимовать, переждать, и потом, когда возобновятся все виды транспорта и весь поток, они смогли полноценно работать. То есть можно сказать, что Латвийцелш и Air Baltic не грозит банкротство, государство выступит гарантом, что эти не обанкротятся предприятия? Да, эти предприятия обеспечены финансами, и Air Baltic получил 250 миллионов в основном капитале, который они должны вернуть через 5 лет. И Латвийцелш также получил дополнительные средства и для финансирования инвестиционных проектов, и для обеспечения железнодорожной инфраструктуры. Так что тут нет такой возможности, что эти наши основные предприятия будут финансово не платежеспособны. Вот говоря про инфраструктуру, я вот забыл вас спросить про железнодорожный мост через Даугаву. Насколько вот этот проект, как он будет осуществляться? И я понимаю, что это будет двухуровневый мост и для автотранспорта, и для железной дороги Rail Baltic. Да, мы решили, что для того, чтобы обеспечить и качественные дороги, качественную окружную дорогу вокруг Риги, сделать ее скоростной дорогой, и совместно с проектом Rail Baltica строить железнодорожный мост, дешевле строить двухуровневый мост, первый такой в балтийских странах, где будут на одном уровне железная дорога, на другом уровне автодорога. Этот мост у Саласпилса уже проектируется специалистами от железной дороги Rail Baltic. И я надеюсь, что мы где-то через 2-3 года увидим этот мост в реальности. Ну вот буквально сразу после нашего разговора состоится заседание Кабинета министров. Очень много людей в нашей стране, я понимаю, ждет каких-то решений. И как вы думаете, предполагаете, насколько могут быть новые ужесточения вплоть до локдауна вот в нашей стране? И насколько нужны ваша позиция? Нужно ли еще больше ограничений, или можно каким-то образом обойтись без них? Мы видим, что ситуация в больницах очень тяжелая. Число людей с ковидом, которые лечатся в наших больницах, перешло 1000 людей. И это была граница, которая такая, как красная черта. И есть какой-то определенный уровень, когда больницы уже не могут принять всех желающих. Там есть уже начинается сортировка тех людей, которые могут лечиться дома, лечиться в других более низкого уровня больницах. И, конечно, при такой ситуации
правительство должно принимать самые жесткие решения для того, чтобы уменьшить уровень заболеваемости этим вирусом. Какие будут решения? Над этим последние 2-3 недели работали эксперты, группа из чиновников разных ведомств. И после заседания правительства вы об этом узнаете. Ну и вот, может быть, уже подводя итоги, какими вы видите все-таки перспективы и отрасли, и развитие страны вот на ближайшие вот годы, насколько эта пандемия может усложнить жизнь нашего государства, и когда в жизнь может вернуться в нормальное русло, и вот эти объемы перевозок возобновятся в прежних масштабах? Прогнозы делать в наше время очень сложно. Мы, конечно, оптимисты и надеемся на то, что вакцина поможет быстрее возвратиться в нормальную жизнь. Но я думаю, этот год принес и такие положительные перемены. Люди научились дистанционно работать, научились пользоваться интернетом и покупать разные товары через интернет в больших количествах. Мы видим в нашей почте, почтовой отрасли очень активно работает в эти дни, для доставки разных товаров. Так что есть, конечно, позитивные моменты, но я надеюсь, что этот вирус в следующем году уже не будет таким активным, и вся экономическая деятельность Европы и всего мира пойдет в позитивную сторону. Спасибо большое. Министр сообщения Талис Линкольц был сегодня с нами на прямой связи. Господин Линкольц, поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками, с наступающим годом, чтобы этот год действительно был более удачным и сильным для отрасли, лично для вас. Да, для слушателей Болткома тоже желаю хорошего следующего года, чтобы он был на качество лучше, чем это. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.